Друзья, всем привет! Вы слушаете SDCast, 80-й выпуск, и сегодня я снова в гостях в Авито, но на этот раз рядом со мной Николай Голов, руководитель дата-платформ. Коль, привет! Приветствую! Вот, и сегодня мы планируем поговорить про много всего интересного, про всякие базы данных, хранилища, микросервисы, блокчейны и много чего еще, но по традиции не будем ее нарушать. Давай расскажи пару слов еще про себя, раскрой, как вообще ты давно и чем занимаешься. Всем привет. Собственно... Как ты вообще, давай, расскажи, как ты вообще попал в IT? Ну, я с детства хотел быть ученым. Причем у меня представление об этом деле было... таким книжным, я сейчас больше понимаю, что я больше хотел быть таким колдуном, я хотел делать волшебные штуки, чтобы всем было от этого, которые никто не понимает, но всем от этого хорошо. Вот. Ну и в итоге я пошел учиться на ВМК, а после этого прямая дорога была как раз в IT. При этом практически сразу, ну вот я просто слушал истории разных людей, как их происходит карьерный рост. У меня карьерный рост был достаточно скучный, потому что меня практически с самого начала стали звать архитектором, чтобы проектировать IT-системы. Вот. И в самом начале мне очень повезло, потому что я попал работать в компанию Forexis. Ее название вызывает у всех ассоциации, что они слышали это слово, что, потому что похоже на Форекс. Ну, но это так задумано. Это так задумано. Это не оно. Forexis — это такая отличная компания в вычислительном центре Академии наук, которой руководили люди с моей кафедры, с ВМК. И компания, которая занималась внедрением интеллектуальных систем, внедрением систем машинного интеллекта и систем машинного обучения, систем искусственного интеллекта во все места, до которых она могла дотянуться. То есть она занималась искусственным интеллектом еще до того, как это стало мейнстримом. Это какие года просто примерно? 2005 год. То есть я попал туда в 2005 году. Причем для понимания, на самом деле, что Forexis попробовала огромное количество интересных, хороших вещей. И все из вас, кто учился в университетах, вы, наверное, знаете такую вещь, как антиплагиат. Это Forexis. Это система для проверки заимствований в курсовых работах, то есть машинное обучение по тексту, поиск заимствований. Помимо этого, мы делали скоринговую систему для банка Петрокоммерц, мы делали систему прогнозирования запасов, которую внедряли в Литуаль, в Перекресток, в Пятерочку. Слушай, ну это вот прям собственные разработки, собственно, в компании, да, были, да? То есть, да. Не что-то там как бы интеграция, а вот именно свои разработки и вот уже всего внедрения вот этого уже. Запуск. Да. У нас, то есть это вычислительный центр Академии наук. Эту компанию возглавляли люди, которые, ну вот в частности, академик РАН Журавлев, который создал много прямо фундаментальных вещей, очень важных для машинного обучения. И у нас работали отличные ребята, которые были супермастерами вот в искусственном интеллекте, в машинном обучении, вот именно в самой вишенки на торте, то есть вот в алгоритмах этих. И у нас было ощущение, что раз мы умеем вот эту вершину, то нам море по колено. Мы можем прийти, решить любую задачу, ну, потому что на академическом уровне так и было. То есть люди, которые создали компанию Forexis, они могли брать любые данные и построить на них хорошую, устойчивую, непереобученную модель, которая решала нужную задачу. И возникло ощущение, что сейчас мы на этом сказочно заработаем. Ага, так. К слову, в этой компании я работал вместе с Иваном Гузом. Который уже был у меня. Да, герой одного из предыдущих выпусков. Собственно, там мы с ним и познакомились, там мы много лет с ним вместе работали. И там в компании Forexis я как раз столкнулся с тем, что вот эта вот прекрасная картина, что мы умные, мы понимаем, как строить искусственный интеллект, как строить машинное обучение, она почему-то разбивалась о реальность, потому что сказочного обогащения не происходило, что меня, конечно, тогда дико фрустрировало, я был бедным ребенком.
Потому что у нас было понимание, что вот задача, вот алгоритмы, мы знаем, как их подстроить, и когда мы планировали внедрение их для какой-то компании, ну, например, для связной или для сети супермаркетов «Лама», она там где-то за Уралом действовала, у нас был такой план, что вот у нас время на алгоритмы, время на подкрутку моделей, ну и что там еще оставалось, нужно всего-навсего подключить эти алгоритмы к данным, и все взлетит. Мы ставили, ну сколько, мы умные ребята, мы умеем программировать, мы знали, мы знаем C#, мы знаем C++, мы все очень умные. Ну недели две, что мы, не разберемся что ли? Так. А потом неожиданно оказывалось, что мы на эту интеграцию уходило не неделя, не две, а уходили месяцы. Иногда уходили просто годы, потому что оказывалось, что у клиента не все так, как написано в документации. Об определенных вещах не знают его разработчики. Определенные вещи в его системе сделаны разработчики, которые давно уволились. И каждый раз вот вместо такого вау-внедрения, вау-обогащения, у нас происходил такой долгий, нудный, неприятный процесс с пересогласованием, со сдвиганием сроков, с руганью и поиском, кто же виноват, что же не так. Вот. При том, что в процессе мы реально сделали кучу вещей. То есть, вот, например, X5, перекресток плюс пятерочка. Мы делали систему, которая сливала их базы. Искал, выполнял сопоставление метрик. То есть, опять же, прогнозирование товарных состатков. Связной, Литуаль, ну, вот тот же перекресток. Мы сделали систему прогнозирования цены на электроэнергию для Интеррау ЕС. Скоринговые системы. Мы делали маркетинговую фабрику для ОТП банка. То есть, чего мы только не делали. И, ну, тут я, это мы, и вот ближе к концу этого процесса мне удалось, ну, для меня нащупать, что же нам не хватало. У меня возникло понимание, что хотя заказчику вообще ему плевать на данные, ему вообще не нужны, ему нужна только вот вишенка на торте, результат алгоритмов, которые делают выводы из данных. Но все вот эта вот верхушка, она не может работать без нормально подготовленных данных. Ну, само собой, конечно, так. И тогда я, причем самое важное, что не просто данных, подготовленных для этой задачи. Потому что когда процесс работы с данными приводит к тому, что требования постоянно эволюционируют. И поэтому вот этот вот ракета может взлететь только если есть фундамент, только если есть хранилище, где все сделано нормально. А вот это понимание, я очень долго к нему шел, то есть 5 лет почти шел, и один из последних проектов в Форексисе, он как раз показал, то есть получилось это сделать. Это был проект прогнозирования оттока абонентов для NSS, это Нижегородская сотовая сеть, один из мобильных операторов, я не уверен, что он сейчас есть. Вот, когда мы четко в срок построили систему этого прогнозирования, потому что мы начали с построения хранилища. Мы построили хранилище на Teradata, это, кто не знает, одна из первых баз, которые позволяют работать, MPP-баз, которые позволяют шардироваться и работать с реально гигантскими объемами. Причем мы не знали эту базу до внедрения, но мы разобрались, мы построили там универсальное хранилище, и на основании его уже вот на вот этом хорошем твердом фундаменте очень быстро и в срок внедрили систему машинного обучения. И это была победа. К сожалению, потом произошел кризис, были определенные сложности. Как выяснилось, ну, в общем, были определенные сложности. В результате Ваня отправился в одну сторону, конкретнее в IBM, где его приняли именно за его навыки управления проектами, общения с людьми и построения систем машинного обучения. А я отправился в другую сторону, в компанию Lanit. Да, знаем такую. Да, жуткое место. То есть, no offense, но именно ради моих навыков построения хранилищ данных. Соответственно, Ваня ушел в IBM, я ушел в Lanit, продержался там чуть-чуть, потом неожиданно меня позвали на архитектора, но
неожиданно сделали начальником отдела в ВТБ Факторинг, начальник отдела интеграции бизнес-приложений. То есть, условно говоря, у меня был отдел, который должен был внедрять хранилище, потом на него же повесили CRM, систему электронного документооборота и много всего интересного. Вот, то есть... На какое-то время я стал таким классическим начальником. У меня даже галстук иногда надевал, в пиджаке ходил на работу, согласился. То есть большую часть рабочего времени я занимался тем, что я истреблял леса, потому что я распечатывал версию очередного договора с очередным субподрядчиком, а я носил на согласование, там обнаруживали отсутствие запятой, и я вот всю эту пачку отправлял в шредеры. Вот так происходило год за годом моя работа. При этом мы там построили хранилище, оно было очень классное, но сила, то есть у меня было дело, у меня были субподрядчики, мы внедрили систему электронного документооборота и добились много интересного, но я чувствовал, что это что-то не то, потому что мне приходилось приводить время на совещаниях. У тебя там руки-то хоть доходили вообще до именно проектирования, до вот чего-то такого? Или вот все поглощало очень вот это вот? Вот, к сожалению, этого становилось все меньше. Мне удалось вот на уровне работы руками внедрить туда ClickView на ровном месте, но возможности работать с данными руками у меня становилось все меньше и меньше. Я все больше и больше согласовывал тендерную документацию и сидел на многочасовых совещаниях с топами, которые не понимали половину фраз из тех, что я говорю, и не понимали, почему 9 женщин не могут родить ребенка за месяц. Mm-hmm. И тут я совершил одну из самых удачных действий в своей жизни. Как-то, идя по коридору, я вспомнил, что у Вани Гуза, у него день рождения. И я решил позвонить и его поздравить. Или мне Facebook сказал, ну это не важно, или у меня какое-то оповещение. Ну я просто, мы давно не общались, я решил позвонить и сказать: Ваня, поздравляю с днем рождения, давно не виделись, как твои дела? На что Ваня, ну я знал, что он давно убил, на что Ваня мне сказал, что слушай, а ты где? В госструктуре, в банке, как тебе там, не жмет? Воротничок не жмет? Приходи, тут есть такой стартап, прикольный, со шведами. Может, слышал Авито? Авито тогда был популярен, я не знал про Авито. Uh-huh. Я такой немножко дикий человек тоже. Соответственно, я принял приглашение, пришел на собеседование. Собеседование происходило в таком... Ну, то есть, Ваня мне объяснил, что вот это стартап, тут нет вот этих согласований, тут нету бюрократии, тут делают все очень быстро, своими силами. Тут забудь о том, что ты начальник, ты тут будешь работать руками, у тебя не будет подчиненных, ты просто будешь сидеть, кодить и делать вещи просто делать вещи хорошие руками. Тебя никто не будет ограничивать, тебе дадут все ресурсы, просто будешь делать. Я был в диком восторге. Ну, собеседование прошло очень быстро, потому что там меня попытались спросить о том, как... Мне попытались задать несколько вопросов о том, как строить хранилище. Я быстро объяснил, что то, как они считают ответ правильный, он неправильный, объяснил, короче, на несколько шагов вперед, почему наука продвинулась немножко вперед. И радостно перешел в Авито. И, собственно, я могу сказать, Ваня меня в целом не обманул. Там, потому что первые полгода я действительно был просто как поросенок, дорвавшийся до корыта. Я просто залез в код, я с нуля выучил питон, потому что мне объяснили, что тут модно работать на питоне. И я просто сидел и разрабатывал. При том, что хранилище, которое я построил в ВТБ, его делало мой отдел из 5 человек. У меня было 12 человек субподрядчиков из компании NeoFlex. И за 9 месяцев, это, кстати, считается очень быстро в хранилищном бизнесе, мы построили хранилище там, примерно до терабайта данных на MS SQL. MS. Угу. Да. Ну, там даже меньше терабайта было, но неважно. В общем, это было считалось очень круто. В Авито в одиночку за 2 месяца мне удалось с нуля построить хранилище на вертике. HP-вертика, HP-вертика, да. Прям вообще с нуля, без ETL инструментов, просто на голом питоне. В первые же эти месяцы оно превысило 10 терабайт. Сейчас оно более... Ну, сейчас я могу говорить про цифру 176 терабайт лицензионного пространства. Вот, то есть удалось сделать
огромный объем работы и невероятно малыми силами. Потому что удалось просто овеществить свою лень. Потому что у меня возникло понимание, как нужно делать хранилище, ключевые шаги, а дальше просто как их можно автоматизировать на основании самых простых вещей. То есть я просто сделал себе правильный реестр метаданных, изначально я просто в Excel сделал, а весь код для создания хранилища, для генерации питоновского кода, для генерации SQL, мне написали формулы в этом в Excel. Это было очень весело. Вот. То есть, интересно. Да. И при этом я опирался... То есть это получилось, потому что я сел и с чистого листа смог подумать, на меня никто не давил. И при этом я оперся... Во-первых, я оперся на вертику, на технологию, достаточно современную технологию переднего края. И во-вторых, я изучил все методологии построения хранилища. Многие я старые знал. Но при этом я нашел еще кое-что новое. Настолько новое, что никто про это не знал и даже не верил, что это может работать. А те, кто строит хранилище, они знают про схему звезда, меры в центре, измерения вокруг, модель Кимбала, модель Инмана. Сейчас уже довольно неплохо знают методологию проектирования DataVolt Дэна Линстеда. А мне удалось найти методологию... шведа. Так уж случилось, что Авито основали шведы, и методологию для хранилища придумал тоже швед, Ларс Рондебак, методологию анкор-моделинг, основанную на высокой нормализации. Высокой имеется в виду шестая нормальная форма. Наверняка никто не помнит, что такая шестая нормальная форма. Но до пятой ты не все добираешься. Да, но на самом деле, шестая нормальная форма очень простое определение, это последнее. Это нормальной формы, ниже которой нормализация... Уже больше нечего нормализовывать, все разбито уже по полочкам. Это определение на самом деле, просто дальнейшая нормализация невозможна. Причем Ларс разработал ее для обычных баз, для MSQL, для Oracle. А мне удалось найти способ, как применить ее для больших данных, для MPP-баз. То есть, я считаю искренне Ларса своим научным руководителем, потому что мы с ним вместе, у нас был ряд публикаций, мы с ним выступали на нескольких конференциях, в том числе в Стокгольме выступали. Вот, это было очень интересно. Вот. К сожалению, это прекрасное время, я реально вспоминаю, это было офигенно. Но, к сожалению, оно закончилось, потому что обещание Вани, что ты будешь разработчиком, оно... не сбылось. Мне пришлось взять одного человека, чтобы уходить в отпуск. Потом мне пришлось взять второго. Потом задач стало больше. И вокруг меня образовался отдел. Я неожиданно стал начальником отдела. Оно всегда прозрачно вытекает, когда вот это немножко из зоны ответственности надо чуть-чуть отдать, передать на какое-то время. Плюс просто, когда ты все равно двигаешь вперед, одному лямку тащить тяжело, рук на все не хватает. Задач много, поэтому, в принципе, это, мне кажется, такое органичное развитие. Наверное. В общем, при этом я старался быть у этого отдела антиначальником, не знаю, хорошо ли это было или нет. То есть, везде тоже залезал руками, все равно дайте мне тут пощупать. Да, никаких совещаний. Я дико ненавижу эту вещь до сих пор. Соответственно, параллельно я делал всякие публикации и пытался разбираться во всяких нюансах. В частности, вертика, она была разработана Майклом Станнебрекером. Ты, наверное, его знаешь, он из людей создал Postgres. Как же не знать такого великого человека? Завершая историю немножко про хранилище, если кто-то из вас послушает или слышал выступление Вани Гуза, где он половину рассказывает про хранилище наше, единое хранилище данных, куда собираются все данные изо всех мест. Это как раз моя игрушка, это вот то, ради чего Ваня меня взял в Авито, и то пришло. То есть я вообще ощущаю, я предоставляю нижнюю ступеньку для всей интеллектуальной работы с данными. То есть мы платформа, мы даем данные, с которыми могут работать уже десятки аналитиков, которые знают только SQL, и могут работать с этими данными, причем спокойные насчет того, что эти данные структурированы, разложены, что они свеженькие, чистенькие,
и более-менее актуальный. То есть это хранилище, несмотря что оно сотни терабайт, оно отстает на 1-2 часа. При том, что обычное хранилище, там считается один день, это уже круто. Ну да, да. Ну то есть, грубо говоря, то есть не только хранилище, формирование по обслуживанию самого хранилища, плюс, безусловно, все процессы там ETL, то есть загрузки туда сырых данных, вот это все вот как бы в вашей, так сказать, зоне ответственности. Да, я правильно понимаю? В ответственности команды ДВХ. То есть моей мечтой, вся команда ДВХ мечтает о хранилище, то есть идеальное хранилище с точки зрения ДВХ, это хранилище без потоков данных и без пользователей, потому что оно тогда не падает, оно не зависает, и там все отлично. От этих пользователей одно зло. То есть мы предоставляем всему остальному Авито, всем остальным аналитикам из кроссфункциональных подразделений, мы предоставляем им так называемый Digital Playground. Мы предоставляем им песочницу, где у них есть все данные. То есть, вот у меня есть, например, несколько статей. Вот на Хабре можно найти мою статью «Запусти рост своей грибницы». Мне очень нравится эта метафора. Описание хранилища как разрастающегося графа сущностей, где есть данные из, сейчас там более 45 исходных систем, и любой аналитик может залезть туда и посмотреть, этот телефон принадлежит пользователю Авито, который получил в рамках маркетинговой рассылки e-mail письмо, потом он это письмо открыл, и перешел по нему на рекламную ссылку определенной категории, а там он кликнул. И как этот человек, как изменилось его платежное поведение через месяц? Интересно. Это обычный сценарий, который всего-навсего пара дюжин джойнов. Но на самом деле, так как данные хранятся в грибнице, данные хранятся в графе, построенном, ну вот это вот шестая нормальная форма, анкор моделинг, это просто ER-диаграмма, просто она овеществлена в таблице. И с ней можно работать по принципам человеческого языка. То есть нужно просто понять, как понять термины. То есть вот, что объявление – это item, значит таблица item. Uh-huh. Название объявления – это name, значит s item name. И вот этот принцип, он позволяет любому аналитику ходить по графу и исследовать вот такие сложные траектории пользовательского поведения. Причем, то есть 45 систем. Системы CRM-системы, рассылки, SMS-ки, мессенджер, мобильные приложения. В некоторых случаях движение пальца по экрану. Ну, все, что собирается. Все, что... Логи, вот это все, так сказать. Да, все логи, все клики. Вот все, до чего... то есть... Вообще, вот вся моя жизнь как специалиста хранилищных данных привела меня к тому, что ждать требований к витринам, к данным, это очень плохо. Потому что, во-первых, их пишут корявым языком, не понимая, что сами хотят. Намного безопаснее просто взять заранее и нормально сложить все, что есть. Угу. А потом, что бы тебя ни попросят, ты просто тебя просят, ты говоришь, уже готово, вот. Ну и дальше уже вот self-service BI, они там сами уже пусть разбираются, и чтобы они вместо того, чтобы пытались корявым русским языком описать, как данные представить, просто пусть они это пишут SQL, потому что вот таблицы, что вот джойнить не умеете. А если ваш SQL-запрос недостаточно быстр, мы поможем его ускорить. Интересно. Слушай, ну вот мы уже так начали немножко разбираться в устройстве самих хранилищ, да, так сказать, данных, затронули некоторые темы. Вот скажи, как так, если издалека, да, смотреть вот на построение именно хранилищ, какие тут, собственно, есть, не знаю, так скажем, шаги или, может быть, направления, вот этапы всего этого дела. То есть, смотреть. Ну, первое, да, там это способ получения данных. Ну, ETL как загрузка. Один этап, да. Второй этап, вот там эффективное хранение, вот то, о чем ты говоришь, чтобы не ждать требований к витрине, а именно суметь заранее, да, не зная конечных требований там бизнес-пользователя, как BI, положить данные, которые в дальнейшем могут быть, ну, доступны для манипуляций каких-то, да, для вот там обработки запросов и так далее. Такой большой вопрос. Тут, как я понял, вот уже есть там несколько подходов, да, которые ты как раз упоминал. Вот, какие еще тут есть такие вот задачи, ну такие глобальные имеются, вот такие, может быть, которые можно так сходу вспомнить, выделить какие-то? Угу. Ну, вот я вначале разделю несколько частей, потому что, ну, я вот просто для себя понял, что одна из главных проблем, которые возникают в хранилище, в конфликте двух требований. То есть хранилище, оно должно хранить,
данные. То есть оно должно адекватно отражать реальность с учетом хронологических изменений в прошлое. Это на самом деле звучит, в принципе, очевидно, когда это проговоришь, но это на самом деле довольно сложно сделать, часто это не поддерживается. Хранить. А с другой стороны, хранилище оно должно показывать. Оно должно позволять быстро подключать отчетный инструментик, который нарисует красивый графичек. Табло, ClickView, Power BI, что-нибудь модное, классное, там, Plotly. Вот. И эти требования, на самом деле, они довольно сильно конкурируют, потому что представление звезды оптимальное для именно чтобы показывать, оно имеет определенные сложности, когда нужно хранить историческую ретроспективу. Там есть парадоксы, так сказать, возникают. И проблема решается довольно просто. Если рассечь в хранилище два слоя, если выделить в хранилище слой, который отвечает за то, чтобы хранить. Просто хранить адекватно реальность, всю информацию, которая поступает. Вот, соответственно, в нашем случае хранить это значит, это вот анкор моделинг, это шестая нормальная форма, это ER-диаграмма, это вот эта гигантская грибница, где просто все данные, как они есть, структурированные, разложенные, аккуратненько хранящиеся. Ну, просто старые данные, преобразованные, условно говоря, в там, шестую да, нормальную форму, и по табличкам просто лежат, там, с форенкеями, условно говоря, там, какими-то... Не просто, там в данных нет форенкеев. Потому что структура форенкеев, она приводит к проблеме, когда у тебя была связь один ко многим, а стало много ко многим. И поэтому там все вот это рассечено. То есть вот эта структура хранения, она шестая нормальная форма, там почему? Она гарантирует, что любое расширение данных не может никак затронуть старые данные. То есть старые таблицы никогда не меняются, там никогда нет апдейтов, ни делитов, ничего. То есть это вот чисто, она только растет в стороны. То есть, если, условно говоря, у тебя в какой-то сущности появились новые там, данные в какой-то момент, то просто появляется новая таблица, которая содержит больше, соответственно, атрибутов. Ну, так сказать, нет, новый атрибут. Новый атрибут, но связь есть со старой. Нет, смотри, новый атрибут, один новый атрибут, новая таблица. А, вот так. И с историчностью, да. Поэтому анкор моделинг и пугает, потому что в первый момент кажется, господи, там же будут тысячи этих таблиц. Ну, их реально там пара тысяч, но на самом деле они, тут что важно, так как они отражают объекты реального мира, при росте, вначале рост довольно быстрый, но потом при росте все больше и больше начинает переиспользование, потому что все данные, они на самом деле про одни и те же объекты. Люди, телефоны, IP-адреса, URL-ы. И все больше и больше начинает переиспользование. И понятно, что новых данных становится, если добавляется меньше значительно, чем сущности, да, атрибутов сущности там меньше добавляется нового. Вот в статье про запусти рост своей гримицы есть график роста, и там просто видно, что на протяжении 5 лет хранилище растет, там линейный рост, потом он линейный с большим углом начинается, то есть рост не замедляется, но при этом он достаточно разумный, то есть... С этим можно жить, и с этим можно работать. Любой аналитик, знающий скилл, довольно быстро в этом разбирается. Слой хранения. Просто джойны получается, там много-много таблиц. Много джойнов, там нужно учиться. У нас есть специальная техника джойнов, мы ее зовем Fireball. Без картинки, я не знаю, как это изобразить, но, в общем, когда десятки джойнов, каждый сдвинутый на итерацию, а потом лесенка получается. Лесенка, а потом обратно. Как будто выдавлено кулаком туда. Вот, это как, знаешь, как там называется, callback hell, как принято, так, да, в языках программы, когда вложено, вот то же самое. Здесь. Вот именно, техника написания этих джойнов, чтобы при этом они работали очень быстро, это было вот одно из вещей, которое позволило этому хранилищу жить. Но это слой, отвечающий задаче хранить. И потом есть второй слой. Вот первый слой называется DDS, детальный слой, а второй слой называется DMA. Это слой витрин. Он отвечает на вопрос, на задачу показывать данные. И там уже данные хранятся в витринах, то есть в каких-то агрегированных состояниях. В агрегатах, во-первых, денормализованных, то есть широкие таблицы, оптимизированные подотчетные инструменты и обогащенные бизнес-логикой. Потому что продажники хотят видеть, например, размещенные заказы. А финансисты хотят видеть сумму заказов, но без учета бонусов, чтобы знать, за что налоги платить, за что не платить. То есть одни и те же данные, но из-за применения разной бизнес-логики они получаются немножко разные. Вот, соответственно... Бизнес-логика, она в зоне витрин. И когда любая команда хочет работать с хранилищем,
Их сценарий такой. Во-первых, они ищут среди витрин нужную им. Иногда... Которая уже подходит по большей части. Ну, и, да, иногда они находят. Угу. А если они не находят, или находят не полностью подходящую, они берут и начинают приджойнивать к ней данные из детального слоя. И когда они понимают, как все нормально приджойнить, когда они завершают эксперименты и понимают, что им новая вот конструкция им нужна как витрина, они говорят, мы хотим такую витрину на постоянной основе в ежедневной пайплайне сборки. Угу. И она добавляется. Соответственно, каждая команда обычно имеет свою витрину. Каждый инструмент машинного обучения, который хочет выборку на вход, они формируют свою витрину, они всасывают оттуда данные, учатся на ней и так далее. А, и эти витрины, они формируют такой, ну, такой, там, такой граф зависимости, потому что там, условно говоря, пользователи собираются из... То есть, ну, там, пользователи собираются из объявлений, туда подливаются платежи, там, вот это, то есть они вот так по иерархии собираются, а сейчас их чуть более 300. Витрин, да? Да. То есть каждая команда хочет делать витрину. Витрины иногда умирают, когда они нужны, их выкидывают. К ним никто обращался, долго не обращался, значит их стирают. Ну, логично, вот. Да, чтобы не заниматься обслуживанием лишнего. Да, и, соответственно, команда ДВХ, она чем занимается? Она занимается, во-первых, расширением хранилища. То есть стандартная практика, что новая система, она может быть добавлена за неделю, но обычно где-то за месяц. То есть от появления информации, что, например, Авито купил доставку, чекаут. Да. Данные из доставки должны быть влиты, чтобы мы были знали, какие товары, как заказывали, них заказывали доставку и куда их везли. Соответственно, через месяц все данные залиты, все витрины обогащены, то есть данные влиты в общую структуру. Угу. То есть они занимаются, они растят грибницу, следят при этом, чтобы она не сдохла под своим объемом, чтобы подключались сервера, следят за производительностью, ну, то есть вот расшивают узкие места. Следят за процессом сбора витрин. Логику, ну и помогают аналитикам, то есть аналитики, они формулируют пожелания к витринам чаще всего, сейчас мы их научили, долго их заставляли, но научили формулировать SQL. Так. Потому что, то есть русский язык как прокладка просто лишний, то есть это просто язык общения. И команда ДВХ, они в случае тяжелых витрин, они просто их переделывают с элементами там, ну вот там, определенные конвейеры реализуют, чтобы там некоторые вещи считались не часы, а там минуты, допустим. Это можно сделать, если понимать, так сказать, волшебство внутри вертики. Этим занимается команда ДВХ. Интересно. Я понял. Слушай, расскажи немножко вот про, так сказать, технические просто параметры вашего хранилища. Там 100 с чем-то там терабайт, я так услышал. Но просто интересно, да, значит, все это построено на HP-вертике, это сколько там серверов, инстансов, как у вас это все, это же, так сказать, большой кластер или даже несколько, я так подозреваю. Как, опять-таки, вот в этом контексте, даже интересно, если ты вот вначале упомянул, что у вас отставание от реальных данных там всего лишь там 1-2 часа, там, условно говоря, да, то есть, соответственно, здесь... Интересно послушать, как у вас организован процесс загрузки сырых данных, потому что это, данных у вас много, насколько да. Я просто помню, они льются там просто диким потоком, и их надо уметь очень быстро обрабатывать, при этом еще и ETL, ну, в смысле, преобразовывать, да, чтобы уже положить в хранилище в каком-то пригодном виде. Вот расскажи немножко про эту задачу. Ну, про ETL мы используем подход ELT. Это не оговорка, это перестановка букв, тут меняет смысл. То есть это когда данные не идут через внутри инструмента, а когда преобразование оркеструется внешним инструментом, а все преобразования делаются SQL внутри базы. Uh-huh. ELT подход. Вот, соответственно, вся эта скорость... Ну, во-первых, про цифры я могу сказать. Когда я говорю про размер, вот сейчас я имею право сказать про 176 терабайт. Мы совершили новую закупку, и сейчас 176 терабайт. Это лицензионное пространство с точки зрения вот как база вертика, как компания HP считает. При этом мы внутри очень сильно выполняем логическое сжатие. Для понятности, каждый год к нам поступает... Я просто недавно читал для маркетологов. Каждый год к нам проступает 2,3 петабайта данных. Так. При этом хранилище, как я уже сказал, вот я пришел в Авито, когда меня позвал Ваня, это был июль 2013 года. Доллар по 30. Вот.
И хранилище, определенные данные с тех пор никогда не стирались. То есть с 2013 года данные льются в хранилище. Сейчас последние года это, ну, условно говоря, 2, 2 и 3 петабайта в год. При этом общий размер хранилища 176. Потому что по отдельным данным, которые с нашей точки зрения маленькие, то есть данные о пользователях, об объявлениях, о платежах, они хранятся, все изменения каждому атрибуту с начала времен. Большие данные, то есть кликстрим и SERP, то есть, ну, это поисковые запросы и статистика выдачи объявлений, они хранятся в детальном представлении 2, 3, 4, 5 месяцев, а потом они уезжают в так называемые медленные слои, построенные нами руками, специальные архивные сервера очень большие, где они лежат в специальных сжатых CSV-шках, и когда нам эти данные для чего-то нужны, у нас есть способ их взять, подцепить к существующим таблицам, провести расчет, снова стереть. Ну, это, в смысле говоря, то есть вы их все равно полностью не прореживаете, не качаете, вы просто берете их, условно говоря, там, CSV-шку архивируете, но они те же самые сырые данные. Да, мы откладываем их, мы откладываем старые партиции. Угу. При этом мы откладываем старые партиции с детальными данными, но поверх них мы считаем агрегаты. Ну, и агрегаты, да, ну вот, например, условно говоря, по каждому объявлению количество кликов, показов его на iOS, на Android, на десктопе, на мобайле, там, ну, каждый айтем и каждая дата и вот эти циферки. Угу. Это называется item day, например. Одна из витрин, там 20-30 миллиардов строк, она хранится вот с начала, с 2014 года. А детальные логи, которые нам нужны для некоторых операций, они лежат в этом медленном слое, когда они кому-то нужны, там они поднимаются, считаются и сбрасываются. Mm-hmm. Поэтому 176 терабайт, но в реальность, если смотреть объем, то пришло нам уже, я думаю, под сотню петабайт, под десятку петабайт, sorry. Да, шикарно. Так, хорошо, смотри, значит, вот вы их загружаете, да, соответственно, преобразовываете, ты сказал, да, ELT подход, именно чтобы на уровне уже HP-вертики, так сказать, их преобразовать, а не заниматься там как бы внешним просасыванием через какие-то там скрипты или что-то там, я уж не знаю, ну, какие-то инструменты, неважно. Вот, все это вы раскладываете, ну, если там какой-то кластер, там они у вас как хранятся вот с точки зрения хранения данных, то есть все таблички просто как-то там шардируются, ну, имеется в виду, что когда тебе надо, да, потом строить запрос, вот интересно, как вы оптимизируете, чтобы что-то где-то были узкие места, то есть вы там вот как-то их группируете там по шардам данные, которые чаще вместе там джойнятся, ну, вот, да, либо... как-то отдельные таблички где-то отдельно, то есть как вот это все. Я знаю, конечно, там в HP-вертике, в ней в самой внутри, в общем, есть подходы к тому, как она там это делает, постарает, собирает с разных шардов все эти данные, ну, по сути, там MapReduce, да, по большому счету, в каком-то таком смысле, наверное. Подход, скажем так. Вот, ну, расскажи, вот ты лучше, конечно, знаешь, я так, дилетант в этом вопросе. Я вот, когда просто заходит речь про MapReduce, вот тут уже знаешь, меня этим лучше не троить, просто я обычно рассказываю цитату моего, ну, такого шапочного знакомого из Гугла, который официально подтвердил, можно узнать, Google это не скрывает, что Google разработал MapReduce в 2004 году. В 2014 году они прекратили использование этой вещи полностью в компании Google. То есть я ее считаю немножко отмирающей технологией. То есть вертика, да, это кластерная база, это кольцо серверов. И ключ к победе, ключ к производительным запросам, это действительно шардирование разных типов данных, чтобы при выполнении запросов максимальная часть операций, они были, так сказать, локальны в рамках одного узла, в рамках одного сервера. Потому что самое страшное, что может произойти, это когда для джойна двух таблиц данные нужно выполнить решардинг. То есть все сервера, связь со всеми, это очень тяжелая операция. Угу. Вот. И вот эта операция, правильно аллоцировать данные, это в принципе операция, которая требует привлечения мозга, требует
мышление, чтобы продумать, как разместить. То есть, это вот она требует высокой компетенции и прочее. Ну, в общем, потенциально отличная кормушка для специалистов, которого никогда не уволят. Но когда я разработал вот эту методологию, что самое ценное, вот нам с Ларсом удалось разработать в плане применения анкор-моделинга для вертики. Нам удалось понять, что вот эта методология, когда мы храним таблицы, что я нормальной форме, когда мы храним, то есть там как сущность, вокруг сущности атрибуты и связи сущности друг с другом, можно задать очень четкие, конкретные, автоматизированные правила шардирования, что сущность шардируется по своему ключу. Все атрибуты сущности шардируются по ключу сущности. Поэтому если джойнишь сущности с атрибутами, ну да, локальный джойн, связка, она шардируется, есть такая тема партиция, она шардируется один раз по одному ключу и копия по другому ключу. И поэтому оба джойна, они тоже получаются локальными. И это все, помнишь, я вначале сказал, что код для шардирования, код для SQL, для наполнения этого хранилища генерировал Excel-формулы. И вот в этих формулах были вот эти правила шардирования. Соответственно, оно работает. Что меня, вот, честно говоря, если бы я тогда вот понял, с какими проблемами мне придется столкнуться, я бы, конечно, не решился это сделать, но удалось, к счастью, преодолеть. В статье про «Запусти рост своей грибницы» там есть графики того, как рос наш кластер. В 2013 году там было 4 машины. Потом мы просто втыкали туда машины, их там становилось 5, 6, 10. Сейчас размер кластера, основного боевого кластера вертики, составляет 18 машин, при том, что в процессе вот этого роста до 18 машин как бы ребенок немножко подрос. То есть каждая из машин, мы начинали с 3 терабайтных дисков, не SSD, а обычных дисков, и 256 гигабайт оперативки на сервер. Сейчас на каждом нашем сервере 6 терабайт в 10-м рейде и 512 гигабайт оперативки. То есть он по дискам и по оперативке, они в 2 раза мощнее, ну и процессоры там немножко помощнее, там в процессе подменились. Это основной боевой кластер, и я думаю, в ближайшее время мы выйдем, наверное, ну, на 22 или на 24 машины, просто чтобы у нас был запас, да, потому что помогает. Вот. Фух, солидно, да. Я, кстати, вспомнил для наших слушателей, что у меня еще тоже как-то давно уже, правда, в гостях был Алексей Константинов. Он тоже рассказывал про HP Vertigo, как они в Йоте строили отчетность. Да. Вот, тоже там все у них было очень быстро, с маленьким latency, так что тем, кому интересно, тоже послушайте. Это было где-то, наверное, пару лет назад уже. Я отлично знаю Алексея, мы с ним знакомы, потому что одна из причин, почему выбрали Vertigo, потому что мы знали, что если что... Нам поможет Алексей. И в начале как раз Алексей был человек, который отвечал нам на самые тупые вопросы, которые я даже не знал, как их просто сформулировать. Вот. Да. Ну, прошло время сейчас. То есть прошло, вначале нас спасал Алексей, потом нас спасала поддержка вертики. Сейчас в некоторых случаях поддержка вертики обращается к нам. Ну, набрали экспертизу, да, понятное дело. Да, так Алексей... что, в общем, Алексею привет большой. Да, Алексей, привет, мы тебя помним. Слушай, шикарно. Ну, давай, знаешь, что еще вот тут в преддверии там твоих твоего и там твоих ребят выступлений на там Highload, да, вот тоже темы, которые, в принципе, интересно обсудить. Ты там будешь делать доклад про микросервисы, распределенные транзакции, что-то такое, да, как-то так правильно сформулировал? Да, ну вот, собственно, я как раз сейчас захотел перейти к этому, потому что, смотри, то, что я рассказывал до этого про хранилище, это команда ДВХ. Я не руковожу командой ДВХ уже довольно долго, потому что несколько лет назад в Авито произошли разные изменения. Я, честно говоря, вот эти все структурные изменения не понимаю. Насколько я знаю, у тебя тут был Миша Тюрин. Да, Миша был, конечно. Миша Тюрин, то есть у нас было просто, вот я занимался Big Data и, ну, большими данными и вот АЛАПом, то есть онлайн аналитическими запросами, IVLTP запросами. Это все Миша как раз, да. PostgreSQL занимался Миша. Потом изменения, там, короче, ничего не знаю, ничего не понимаю, а Миша отправился, собственно, заниматься своими проектами.
И я параллельно, вот помнишь, я упоминал Майкла Станнебрекера. Я просто, когда уже с хранилищем стало все понятно, но просто росло-росло, мне немножко стало скучно, я стал изучать новые работы Майкла Станнебрекера, и в частности его новые подходы, он сделал классную OLAP-базу, вертику, и он решил изучить OLTP. В частности, он стал делать потрясающую вещь под названием VaultDB. Может, ты слышал? VaultDB, да, конечно. Да. Один кстати, из такой новых, ну, относительно новых проектов. Да, кстати, мы сейчас подумаем ее тоже у себя подключить. Вот. И я изучил это дело, я изучил его статьи, изучил эксперименты, и я сделал несколько докладов, просто у нас всех, всем рассказывал про, ну, у меня был такой серия докладов, называется «База будущего». Я рассказывал, как можно сделать старые задачи просто в десятки раз быстрее на ровном месте. Вот. Ну и плюс, ну, как-то, в общем, удалось мне наладить контакт, так сказать, с людьми другого мышления, за LTP. И потом, когда, собственно, Миша нас покинул, возник вопрос, кто будет заниматься базами LTP-шными. И мне предложили перестать заниматься хранилищем, а начать отвечать за все базы. Вообще? Вообще. Просто вот хранит данные, значит, твое. И так случилось. То есть, вот, соответственно, Мишу в рамках руководителя Postgres ребят заменил Константин Евтеев. Он будет выступать в Новосибирске после меня. А я стал как бы вот таким типа бесполезной нашлепкой сверху над командой ДВХ, условно говоря, командой Вертики и командой Postgres. Ага. Ну и так как мне стало скучно, я стал придумывать себе еще команды. Довольно быстро у меня образовалось понимание, что хотя у нас есть потрясающая команда по Postgres, реально колдунов, которые умеют делать там невероятные вещи, при этом больше половины операций, связанных с базами в Авито, их делают не в Postgres, их делают в базах MongoDB, Redis и Tarantul. Потому что во многих случаях, когда людям нужны некоторые вещи, которые из Postgres выжить сложно, либо когда им сложно поймать специалиста по Postgres, потому что они всегда заняты и бегают очень... Так они сказать, гордят свой маленький слоик такой, сервис для хранения именно нужных себе данных. А в том-то и дело, что иногда они маленький. Они, оказывается, что команда может взять... жахнуть себе Mongo, жахнуть себе Redis на несколько терабайт и жить вообще без специалистов по Mongo и по Redis. И то есть вот в таком партизанском режиме у нас образовался честный полиглот persistence, то есть ситуация, когда команда делает базы под себя, особо никого не спрашивая. Это было довольно весело, но, с другой стороны, это не очень было хорошо с точки зрения бизнес-континьюти, с точки зрения устойчивости к бизнесу. Потому что как человеку, от того, что человеку удалось поставить Mongo по инструкции из интернета и навалить туда кучу данных, это вовсе не значит, что под продакшн-нагрузкой в какой-то момент эта штука не сложится, и сервис его не встанет в ноль. Соответственно, одной из первых вещей, которые я сделал, когда, собственно, вот зарождался Data Platform, я сформировал команду NoSQL, которая стала собирать внутри себя компетенцию по NoSQL базам, то есть Mongo, Redis, Tarantul, частично так или иначе с ними консультируются по поводу RabbitMQ, по поводу шин, потому что, ну, в принципе, это тоже. Ну, где-то в тех краях. Да. Так. Соответственно, SQL. Потом там произошли некоторые пертурбации. В общем, команда Postgres, она тоже там поделилась. То есть, там она поделилась на команду DBA, которая, собственно, она выдает базы, причем она выдает все базы. А Postgres, Mongo, Redis, Tarantul. Просто к ним приходят люди и говорят, нам нужна база, которая позволяет нам задержку 50 миллисекунд и держит там 20 тысяч транзакций в секунду. Дайте нам Tarantul. Он говорит, дружок, возьми, мы тебе Postgres назовем. Ну, то есть команда, она консультирует и быстро выдает базы нужные. Причем железки уже настроены с бэкопированием, резервированием и прочее. И отдельно команда PGSWOT, которая занимается логикой в базах, ну, прежде всего, логикой в Postgres и в хранимках для поддержания вот легаси и развития старого. Вот. И помимо этих команд... образовалась еще одна команда, которая называется команда инфомодели. Мне очень тяжело быстро объяснить, чем занимается команда инфомодели. Мне реальности, чтобы обосновать ее создание, мне потребовалось потратить в районе 3-4 месяцев, просто ходя с презентациями, показывая всем нашим директорам презентации.
Причем они поняли, что это именно этого им не хватало. Ну, в общем, короче, месяца были неприятные. И вкратце можно описать так, что инфомодель, она занимается данными о данных. Метаданные, data governance, она занимается, вот, зарубежные ребята называют это таксономия. Это информация об эволюции атрибутах. Да, а эволюция, ну, прежде всего, это вот объявление Авито, вот, что, условно говоря, у машины есть мощность двигателя и количество колес. А у квартиры есть площадь и, это самое, и материал стен. А у мобильного телефона есть объем памяти. И вот у какой, вот это вот дерево, на каком узле какие атрибуты, какие правила изменений, при том, что все это меняется, эволюционирует, вот команда инфомоделей. И так, в принципе, дата-платформ, он более-менее оформилась. То есть команда ALAP, большие данные, команда DBA, выдает базы, команда PGSWOT, позволяет работать с бизнес-логикой в базах, и команда инфомодель, данные о данных. Вот. И так вот сформировался дата-платформ, и я смог переключиться уже на более интересные вещи, то есть, прежде всего, на изучение. То есть, самая вещь, которой я больше всего боюсь, это я боюсь проспать какую-нибудь новую технологию. Ну, сейчас их, слушай, они сейчас тут вот моргнешь, уже что-то новое появилось. Я боюсь моргать. Ну и как вот что ж, ну опять, конечно, в контексте баз данных, понятное дело, вот, хранилищ, безусловно, не то, что прям вообще всех, но все же. Ну да, касающиеся. Ну хорошо, расскажи тогда, коль ты так, как ты решаешь для себя эту проблему, ты что-то, так сказать, там читаешь, изучаешь, вот как, это, кстати, один из самых популярных вопросов, которые, ну в том числе, вот я слышу там свой адрес, да, где-то на всяких каких-то там этапах, конференциях, а как вот вы там следите за всеми, как вот вы там не теряетесь вот во всем этом объеме, да, инфо, и таком айтишном пространстве, вот, технологии всего, как ты для себя вот эту проблему решаешь? Ну вот я сейчас, анализируя свой опыт и вот анализируя, в каких местах я о чем узнал, один из самых полезных инструментов – это конференции, причем слушать. При этом, ну вот там на конференции обычно слушаешь, большинство докладчиков полный бред несут. Но там случайно получается иногда услышать о совершенно потрясающих вещах. Например, вот этот парень из Гугла, который сказал, что MapReduce не использует, и он же рассказал про идеологию стриминга и про лямбда-архитектуру. И вот я потом стал это изучать, и у меня тут доклад есть на Хэллоуде про лямбда-архитектуру, то есть у нас тоже есть очень полезная штука. Точно так же VoltDB, это вот где-то мельком услышал. А вот ты упомянул про доклад, который будет в Новосибирске в понедельник. Ну, в общем, на следующей неделе. Ну, да, для тех, кто слушает или когда выйдет подкаст, возможно, он уже прошел, но это уже деталь. Да, 25 июня. Так вот, там речь идет о распределенных транзакциях. Ну, тут неправильно сказать, там нет распределенных. Там инструмент поддержания распределенной целостности без распределенных транзакций. Который предложен Крисом Ричардсоном. Это человек, создатель сайта microservice.io, один из основных евангелистов подхода микросервисной архитектуры. И вот с ним как раз мне вот несколько часов удалось на эту тему пообщаться, похолеворить в Буэнос-Айресе где-то пол с лишним года назад. В общем, очень, очень было полезно. То есть вот конференции, они, так сказать... полезные. Нетворкинг на конференциях, пожалуй, самое главное, как ни крути. Вот. То есть, ты хотя сказал, что вроде надо слушать доклады, но опять-таки, сам говоришь, что там некоторые товарищи несут что-то такое, но вот именно где-то в процессе обсуждений все равно можно и, во-первых, с людьми вот с такими, с которыми так, в повседневной жизни, там, не напишешь письмо, типа, привет, расскажи мне тут про микросервисы, да, а тут можно на конференции, все же она так располагает к какому-то вот такому дискуссионному интерфейсу, да, и пообщаться. Ну, коль мы затронули микросервисы, давай вот как раз немножко тоже поговорим. Все же довольно-таки интересная такая непростая тема. А, как ты тем более сам сказал, что как сохранить целостность без транзакций. Ну, вообще, вот тема распределенчины, она очень в силу набираемых объемов данных, да, как ни крути, уже там давно прошли те времена, когда можно на одном сервере там эффективно хранить
объемы, какие ни крути, какой бы там мощный сервер не был. Даже вот у вас там в Авито просто потоки там петабайты льются, ну нет таких серверов еще, там даже если там 10-гигабитные интерфейсы поставишь, SSD все обложишь. Да, в любом случае стоит вопрос, что надо масштабироваться горизонтально, да, и, соответственно, вот все эти вопросы, опять-таки, в силу того, что там всяких сервисов много, вот ты сказал, что, да, там каждая команда что-то свое придумала, свою там какую-то базу получила, да, а бизнес-данные, бизнес-модели-то, они, в общем, по сути, едины, ну, как бы для всей вот, программной этой, как сказать, такой, окружения, для всего программного окружения. Вот как, собственно, расскажи про этот подход, который ты хочешь рассказать, то есть в чем идея основная? Подход называется SAGI, он на самом деле фактически содержит два подхода, поэтому у нас там в Новосибирске будет два доклада, так называемая будет, я буду рассказывать про хореографическую SAGI, а Константин будет рассказывать про оркестрационную SAGI. Я лучше начну про оркестрационную, потому что она более... Ну, более понятно, потому что вот смотри, ты сказал одну фразу, которая, ну, то есть это, в принципе, она очевидна для человека, который переживает переход к микросервисному окружению, то есть в начале, что бизнес-процессы, они должны быть сверху, они должны быть как-то, ну, они, то есть они должны быть сверху едиными. Это, в принципе, очевидная логика, когда происходит процесс распила монолита, когда все привыкли, что вот в рамках транзакции набор шагов, он был прописан, и он вот должен как-то переехать в микросервисную архитектуру, вот примерно, ну, не примерно, ну, такой же должен остаться, быть. Да, по большому счету. Да. Угу. То есть, это все приходит, вот, когда мы говорим в паттернах проектирования, это все выливается в классические вещи под названием GotObject. То есть, ну, объект, мастер-объект, который знает про шаги и знает условно, то есть, условно говоря, что такое SAGI? В простейшем. То есть, вот, смотри, транзакция – это вещь, сущность в базе данных. SAGI – это вещь, которая заменяет транзакцию в микросервисной архитектуре. Это такая штука, которая знает, ну, то, что такое SAGI, представляешь, вот это сюжет. Угу. Это сценарий сюжет, там какой-то. Да, сценарий, который знает о том, что нужно вначале дернуть метод вот этого сервиса. В случае успеха – второй сервис, потом третий сервис – а потом снова дернуть первый сервис и сказать ему «заверши списание». То есть, это просто, ну, условно говоря, набор опишек с вызовами, которые нужно дергать. Хореографическая SAGI, она примерно так устроена. То есть, вот паттерн choreography, ну, вот хореографии, он как раз заключается в том, что паттерн оркестрация, он как раз заключается в том, что есть объект, который вот это все оркеструет. Там возникают сложности, потому что, вот смотри, ты упомянул, что каждый сервис, он может жить в своей базе. При этом, ну, ты знаешь, что такое кап-теорема? Ну, конечно, да. При этом базы могут быть разные, и база определенного сервиса, она может быть, например, неконсистентная. Ну, например, Mongo в некоторых вариантах настройки, она неконсистентная. Или не available. Или она может быть Postgres, где есть мастер, и слейв, настроенный через логическую репликацию. И, условно говоря, в сервис кинута операция «спиши деньги», мастер выполнил списание, сообщил об ответе, в этот момент произошла детонация за полстаракан, мастер умер и запромотился слейв, куда логическая репликация не доехала. И сервис сообщил об успехе, а данных нет. Да, да, тут... Катастрофа, да? Вот, это вот то, с чем нужно жить в микросервисном окружении. И, собственно, вся идеология SAG, она построена на так называемом оптимистичном подходе к решению этой проблемы. То есть, вот я когда готовил свою презентацию к Новосибу, я очень думал про простую аналогию. И как это сделать? Потому что, смотри, можно пытаться, то есть, условно говоря, ну ты же знаешь, как сделать распределенную транзакцию, вот стандартный подход, который нужно ее просто механически сделать. Ну, контролируешь руками, одну выполнил, ну, не выполнил. Двухфазная транзакция. Двухфазная, да. Да, то есть вот двухфазный коммит, так называемый, да. Он позволяет, в принципе, эмулировать распределенную транзакцию. Но вот Крис Ричардсон, он просто пишет, двухфазный коммит не вариант, прямо точку. Вот, аксиома, типа, верьте мне. Я этот вопрос изучил, а это не вариант, потому что он не масштабируется по производительности. То есть он быстрее все работает на одной машине, когда машин становится больше, двухфазный коммит, он только замедляется. Это узкое место, потому что двухфазный коммит – это аналог старого магазина советского, где стоит продавщица,
Ты просишь ее что-то тебе дать, и она тебе дает товары с полки за спиной, дает тебе, она тебя пристально смотрит. Она от каждого ждет, что он варьё. И она каждого проверяет. То есть максимальный контроль, максимальная безопасность, но медленно. Не знаю, ты был в таких магазинах? Ну, конечно. У меня это самое, вот я живу возле Пролетарской, у меня там есть такой магазин возле хлебозавода, я туда попадаю, там реально как в прошлое попал. Там даже продавцы, они еще хамят. То есть просто реально такая ностальгия по советскому времени. Ну вот. Альтернатива. Альтернатива – это оптимистический подход. Подход, когда веришь людям. То есть Ашан. Полки, ходишь, берешь все, что угодно с полок, просто тебя сверху мониторят. И если ты что-то делаешь не так, только тогда к тебе начинаются санкции. А иначе тебя никто не контролирует. Вот как раз я перед Новосибом изучил целый ряд публикаций, в том числе, кстати, Станнебрекеровская статья 2017 года, где как раз было обосновано, что только оптимистический подход позволяет масштабироваться в микросервисной архитектуре. И саги как раз построены на этом оптимистическом подходе. Они построены на идее, что в общем случае все будет нормально, то есть мы не будем как бы ставить дополнительных заборов. Мы просто будем вызывать шаги. Просто мы будем готовы к тому, что если шаг некоторые шаги придется репинговать, посылать повторно. Для этого нам нужна гарантия, что каждый шаг должен быть идемпотентный. То есть он должен выдерживать повторный вызов с такой же нагрузкой. Он просто должен его игнорировать. Угу. То есть дернули типа списание для там, определенного клиента. Если оно уже выполнено, он просто проигнорирует. Либо снова выполнит. Идемпотентность. И второе, когда вот шаги он выполняет, доходит до какого-то момента, и там сбой, там сервис умер, или там денег нет. И в этот момент сага должна проэмулировать роллбэк. А роллбэк в саге эмулируется за счет того, что просто все шаги, которые идут перед сбоившим, а туда кидается команда отмена. То есть сервисы, они должны поддерживать отмену операций. То есть просто им кидают операция, вот ты списал деньги, вот обратно отменили, верни. Да. Обратно верни, да. Неважно, как это под капотом будет, а еще одна транзакция, это вообще не касается. Это, да, внутренняя кухня сервиса. Внутри базы это может быть локально, вообще плевать. Просто тупо должно. Ну и самое важное, чтобы это было, нужно, чтобы вот у тебя вот сага, когда мы говорим про экземпляр саги, то есть, например, один человек осуществляет покупку. И вот человеку выдается уникальный вот ключ идемпотентности. Например, 42. У меня прямо в презентациях там 42 используется. То есть, это вот твой личный номер. И вот все операции, они идут с этим. 42, 42, 42. И поэтому отмена просто идет. Вот 42 отмени. То есть, четкая идентификация шага для отмены. Ну и, соответственно, чтобы это работало, нужно, чтобы вот этот сервис SAG, то, что сервис оркестрационной саги, вот Костя это называет голова, чтобы она была устойчива, чтобы она не резервировалась, чтобы она не теряла данные, она прям должна быть такая strongly consistent. И все будет нормально. Да, то есть, она тогда, соответственно, становится тоже такой основным узким местом, потому что она, во-первых, тоже в какой-то момент при большом потоке данных и запуске этих сценариев SAG, она тоже должна выдерживать нагрузку. Да, вот мы опять возвращаемся к тому, что вот мы, по сути, городим еще один такой уровень абстракции, да, слой, который по большому счету подвержен тем же самым проблемам, ну, вопросам в каком-то смысле. Именно. И в случае оркестрационной саги, в чем тут есть она, тут есть действительно определенная сложность с нагрузкой, потому что она более тяжелая, но при этом за счет ключа идемпотентности она шардируется. То есть ты можешь реально, она у тебя может работать на одной машине, в реальности пара машин, потому что мастер-слейв, но при необходимости ты можешь их разбить на 2, на 3, на 4, то есть оно шардируется, и ты можешь масштабировать производительность. Конечно, все равно вот хай-лоад уровня там, с миллиона операций в секунду эта штука не вытянет. Но на нее очень просто переносить старую бизнес-логику. Бизнес-логика, у которой вот именно, особенно когда тут приходят вот такие тупые продукты, хотят, чтобы у нас было все так. И вот это все прям вот это в GotObject берет, туда пулится, и там работает. Ну и опять же, там больше требования к тому, чтобы в этом GotObject там никто на ноль не поделил, потому что иначе, ну, чтобы оно не это самое, чтобы голова не отлетела. Оркестрационный подход.
А второй подход, про который как раз вот я буду рассказывать, это подход хореографический. Это вещь, которая вообще взрывает мозг. А это хореографический подход основан не на то, что у тебя есть объект саги, который сам знает шаги вызова. А это подход, основанный на том, что у тебя сервисы, они вписываются в процесс добровольно. А что у тебя сервисы, они общаются друг с другом по шине, по надежной, не теряющей события шине. То есть просто сервис, он берет, он вписывается в, например, процесс регистрации пользователя. Он завершает свой шаг и кидает события в шину, значит, сервис регистрации, ключ от импотент 42, работу завершил. И дальше второй шаг, например, выделение e-mail, он ждет это событие, получает его, так, 42, регистрация завершена, начинаем выделять e-mail. И у тебя получается уже, то есть, децентрализованный подход, когда у тебя нету вот фиксированного события, прибитого гвоздями. У тебя команды разрабатывают свои сервисы и сами свои сервисы вписывают в саги. Да, но тут, смотри, тут сразу встает вот какой интересный момент. Во-первых, тут ты теряешь сразу прозрачность, потому что, да, один сервис, он как бы свою задачу выполнил, он просто запулил некое событие, да, в шину. Вот все там. User registered, все, зашибись. Больше ему вообще ничего не надо для счастья. Другой сервис, допустим, он подписывается на user registered и по факту генерации e-mail генерит там e-mail register. Все, что он знает, это только то, на какое событие он должен, условно говоря, триггер сработать, ну, выполнится, да, и какое-то событие или там несколько событий он генерит. А как при этом вот увидеть всю картину мира, потому что вот всегда вся бизнес-логика получается размазана через сервис, и каждый сервис, по сути, он не видит всей картины. Если сага, это у тебя как бы, да, ты в одном месте говоришь, ну вот ты взглянул на нее, ага, вот отправили, тут прислали, все понятно. А тут у тебя разные команды, и вот вопрос как раз-таки хореография, оркестрация всего этого, кто, зачем, куда. Вот это как раз хореография. Да, ну, да. Тут я обычно говорю, страшно, да? Действительно страшно с непривычки. То есть, смотри, действительно пугает. При этом, когда ответ на вопрос, кто знает о последовательности шагов. То есть, смотри, вот эти шаги, первый, второй, допустим, третий, на самом деле они вписываются, что в некоторую абстрактную сагу процесса регистрации, что там в начале шаг один, потом после него обязательный шаг 2, после него обязательный шаг 3. Почему это важно? Потому что у тебя, смотри, шаг 2 сработал, он кидает события шагу 3. Да. А шаг 3, он, ну, молчит. Не отвечает. Или кидает, что это мошенник, отмена вообще к фигам, ничего не делаем. И тебе нужно, чтобы у тебя в некотором месте, то есть вот у тебя вот в этом едином месте зафиксировано, что сейчас в саге, в процессе, у тебя шаги 1, 2 и 3. Тебе это нужно для того, чтобы для, включая импотент 42, кинуть события отмены второму шагу, кинуть события отмены первому шагу. Чтобы тебе нужно знать, во-первых, кого кильнуть. Слушай, ну тут же, наверное, можно по большому счету всем сервисам подписываться на некие единые события отмены, содержащие в себе вот этот самый ключ от импотентности. И тогда просто любой сервис, который навернулся, ну, зафейлился, да, он просто кидает, что, слушай, я не смог вот там для 42, поэтому 42 cancel. Все, кто подписаны, поскольку они знают, что они эту транзакцию отработали, да, могут... просто применить, не опираясь ни на что. А теперь смотри, потому что это не транзакция. Вот это главный момент, что транзакция – это чисто линейная последовательность, и там любой фейл – это сбой. Сага – это не линейная последовательность, потому что там могут быть необязательные шаги. Там ряд шагов, сбой их не должен приводить к отмене. Сбой их должен приводить к ретраю или просто к игнору. Нет у него, опять же, почта, если это почта Яндекса, если там есть Яндекс.Паспорт, пришли ему там какой-нибудь пуш. Ну, это другая почта. И шаг с Яндекс.Паспортом, он... Не смогла. Ну и ладненько, ничего страшного. То есть, вот именно нюансы вот этого сценария. То есть, у меня там есть как раз картинка, что сервисы могут вписываться в сагу, именно указывая, что я вот в саге обязательный шаг после вот Семёныча, после шага 4. Я не обязательный шаг. То есть, 4 сработал, я не обязательный шаг. То есть, если я умру, ничего страшного.
Но я после него. То есть, все равно в этом случае появляется некий такой вот централизованный сервис, который, да, пусть сама сага формируется, по сути, динамически сервисами, которые вот как бы да, себя в нем регистрируют, но тем не менее, в случае там отмены или еще чего-то, он все равно как бы принимает участие именно вот в том, кому что, чего, куда надо отправить, но просто через шину, да. Асинхронно. Угу. При этом важный момент, это тоже важно понимать, это тоже как бы вызывает как бы такую дрожь в руках у проверенного, у опытного специалиста по классическим базам. Эта сага, она может эволюционировать. Она утром может быть одна, вечером там два шага вписали, на следующую ночью один шаг выписали. То есть она вот постоянно меняется. Там такой квантовый процесс. Причем самое интересное, что там может быть жить разные версии одного и того же сервиса, и они могут по-разному работать в разных сагах. То есть версия регистрации, там может быть версия 45 и версия 46. И она 45 обязательная, 46 необязательная. И вот они так. Но тут тоже примерно понятно, что да, они там все регистрируются, там может быть помечается там какими-то тегами, не тегами, то есть, чтобы понимать, что да, вот этот там 42-й, он был выполнен второй шаг сервисом там версии А, да, там версии 1, поэтому не надо на вторую версию шлать отмену, потому что вторая версия ничего не знает про отмену. Там. Нет, если она участвует, должна знать. Ну, там... Ну, какие-то такие вещи. Много нюансов. То есть, смотри, эта штука, вот эта вот хореографическая сага, она существенно более хайлодная. То есть на ней можно реально термояд просто нагрузить, потому что они просто пуляют через шину, главное, чтобы шина ничего не теряла. Но, конечно, когда нужно в эту штуку с логикой снизу переложить старую бизнес-логику, фиксированную, это прям смерть. Я вообще не представляю, как это делать, как это отлаживать. А это отличный вариант, когда команды с нуля начинают разрабатывать новые сервисы, и там команды, вот они действительно, вот, они, зная про свою логику, они самостоятельно впушиваются. А повторить таким образом, симулировать единую логику, это, конечно, очень сложно. Поэтому мы сейчас приходим к такому пониманию, что, скорее всего, старую логику вот, очень важных финансовых, таких критических и сложных бизнес-процессов мы будем делать на оркестрационной саге с умной головой, с GOT-объектом, а хайлоудные вещи, где там, ну, там не так важно, не очень страшно, но высокая нагрузка и достаточно простая логика, мы будем делать на хореографической саге. Ну, в принципе, логично. Слушай, а как вот, ну, все, ты, наверное, тоже слышал про event-sourcing, да, вот это же как раз примерно про это же. И эта штука, то, это вот Крис Ричардс, там прям паттерн такой прописан, да, event-sourcing. Вот, собственно, вот все эти саги, по сути, если мы говорим про шину, это как раз-таки оно, да, event-sourcing. Вот когда вот хореографическая сага, она вот чисто вот, вот этот паттерн там должен использоваться. Да, как мы прям ешь. Угадал. Ну, так я, знаешь, как бы, ну, вот, до общения я упоминал, что я, это самое, помимо вот этого всего веселья в Авито, я еще преподаю в университете. И там как раз, ну, собственно, я там тренируюсь рассказывать людям, ну, студентам, сложные вещи, ну, которые они считали сложными, простыми словами. Потому что на самом деле почти все вещи, которые мы делаем в IT, они очень простые. И в принципе, если правильно поставить условия, правильно обрисовать ситуацию, человек сам придумывает решение. Человек сам придумывает. Если человек вот правильно... Причем даже если человек с таким каким-нибудь культурологическим образованием, если его поставить в правильные условия, он сам придумает шардинг. Как ему шардировать нагрузку. И реально, у меня был такой опыт с MBA-студентами. А он сам придумывает правильные сценарии тоже вот оркестровки. Не, ну, слушай, правильно поставленный вопрос, это 80% ответа, тут как бы все про это. Слушай, ну, коль ты упомянул про преподавание, расскажи вот про эту область своей жизни, тоже интересно будет послушать. Во-первых, давай еще раз, наверное, вспомню, что ты преподаешь в высшей школе экономики. Расскажи, что ты преподаешь, вот опять-таки, как бы, как этот процесс, зачем, что ты от него получаешь. Ну, и сейчас немножко углубимся дальше. Ну, попал в преподавание я случайно. Когда я еще работал в Ланите, там мой начальник, там какой-то директор, ему было лень идти на лекцию, а он сказал, что ты вроде этот самый машинное обучение знаешь, давай ты вместо меня прочитаешь. И там у них какая-то тема была, что там у них студенты, которые платники, они просто какого-то преподавателя еще выгнали, потому что он какую-то фигню рассказывал.
Вот. А, ну, там у них есть такое право, что если что-то не так, то они там заяву на него пишут, и все, катись. Ну вот, я пришел и рассказал им. Им, в принципе, понравился мой стиль изложения. А вот. Что это были за курс или специальность, предметы? Это там система бизнес-интеллект, как так называется. Они, кажется, тоже переименовываются, я не очень хорошо знаю. То есть, это первый курс, он был про бизнес-интеллект, систему, машинное обучение вот, для чайников. Ну, там самые простые вещи, базовые идеи. А, вот, соответственно, им понравилось, и меня в итоге оформили на кафедру, потому что хоть я кандидатскую не защитил, потому что я ленивый, а у меня довольно много публикаций, и формально я требования на преподавателя проходил. Угу. А, вот, соответственно, через некоторое время у меня образовалось два курса. Ну, их иногда стыкуют, иногда отдельно пускают. Один по машинному обучению, системе искусственного интеллекта. Ну, то есть, там, условно говоря, я рассказываю базовые вещи, там классификация, оценивание, там вот эти выборки, там борьба с переобучением, кроссвалидация, там деревья, ну, базовые вещи, вот, с минимальной практикой. А второй курс про хранилище. То есть, тоже вот, зачем хранилище, BI-инструменты базово, там, шины, в смысле, подход Кимбала, подход Инмана, Data Vault, Ancorme, вот это вся фигня. Вот. А, ну, рассказал, причем первое время мне, на самом деле, было очень неловко, потому что было все время такое чувство, что меня там разоблачат. Синдром самозванца. Господи, что я рассказываю, я же сам ничего не понимаю. Вот. А потом, как бы, такая появилась определенная уверенность. В некоторых темах, хотя в некоторых очень долго боялся разоблачения. А, и потом оказалось, что можно пытаться курс сделать актуальным. Это казалось самое сложное. То есть я начинал в Ланите, это было сколько там лет, чуть ли не 10, ну, лет 7 назад. А, и вначале я рассказывал на майкрософтском стеке. Майкрософтская отчетность, анализы сервисов, аналитика в Microsoft и прочее. А потом курс начал эволюционировать. А, отчетность на репортинг сервиса заменилась на ClickView. А машинное обучение с анализом сервиса потом был, начался RapidMiner, немножко Веку попробовали. А сейчас курс, он сейчас четвертая итерация, а сейчас отчетность Tableau. А машинное обучение люди просто на питоне делают, с использованием scikit-learn. Сейчас мы пытаемся уже использовать даже элементы диплёрнинга в Keras. Постоянно, потому что приходится в Авито быть как бы плюс-минус на переднем крае, я постоянно впушиваю новые вещи, чтобы людям было не скучно. Ну, и в контексте этого я начал, последнее добавление, которое у меня там происходит, я начал в последнее время что-то добавлять блокчейна. То есть, вначале мне просто было любопытно, у меня я сделал просто вводную рассказ про блокчейн, прогнал в Авито, прогнал на студентах. Вот. А сейчас у меня уже такой мини-курс по блокчейну из трех занятий двухчасовых. А, причем, как бы, вот второй курс по блокчейну я рассказывал в МИФИ месяц назад. Там как раз вот у них было гагаринское чтение, меня пригласили. Я, кстати, очень испугался, потому что там в зале там летчики, военные сидят, и студентов куча. Вот. Я им рассказывал, что блокчейн, типа, как уходить от контроля государства. Я глазом на них смотрел все время. Я прям специально у организатора спросил, а про Телеграм можно шутить? Как раз было время, когда все начиналось. Ага. Вот. Там, да, можно, только аккуратно. Ну вот. И последняя лекция по блокчейну у меня как раз вот тут в Авито пока только рассказывал, она была про Тон, Telegram Open Network, что это вот самая классная вещь, которая в блокчейне есть прямо. Ну, давай, наверное, тоже про это как раз затронем, да. Mm-hmm. Ну, блокчейн все, наверное, уже слышали, уже эта тема не то, что на хайпе, она уже просто все, кому, наверное... Достал уже. Да, уже, мне кажется, бабушки в метро спросишь, они то, наверное, уже знают, что такое блокчейн. Цыгане уже продают. Уже у цыганов можно блокчейн, биткоин купить. Да-да-да, все хотят там ICO, вот это все. Но вот расскажи про какие-то, так сказать, ты видишь в этом там перспективы, инновационные какие-то решения, да, вот там Тон, вот что это такое, просто, может быть, как дальнейшее развитие. Ну, блокчейн, да, все там представляют, некий инструмент для там, как сказать, хранения данных. Ну, давай, ты что-нибудь скажи. Да, вот в том-то и дело, что мне очень забавно слушать, когда, знаешь, я одна из первых причин, почему я стал это изучать, потому что меня стали очень раздражать, знаешь, вот эти стандартные
потоки вот проповедей от, знаешь, вот евангелистов, типа вот блокчейн, там будущее, да, все да, да. ради, вот. И вот просто, чтобы понимать, что они говорят, и где они правы, где не правы, потому что они же пытаются еще денег собрать. Вот, то есть я начал изначально это изучать, потому что такое блокчейн, это распределенная база, я занимаюсь базами данных, ну, в общем, мне как бы по делу. Вот, некоторые вещи, как, вот, кстати, я упоминал юнит инфомодели у меня есть, там были запланированы определенные элементы для вот именно версионности, да, сквозного хэширования, там некоторые элементы применяются. Там такой инвертированная Меркель-3. Ну, это ладно, это кому интересно, забудем. Ну, так вот, соответственно, было довольно интересно. Потом мне очень понравилось, да, для меня очень было большим открытием, что вот блокчейн, это же как бы это распределенная база, где при этом там нет транзакций, но при этом вроде как все нормально, никто деньги не крадет. Вот это прямо, то есть, понимаешь, потому что вот я просто представляю, как происходит, как вот строится мышление у человека, который привык работать с там Oracle, PostgreSQL там, или MySQL, ну вот, который наружу не заглядывал, для них прямо вот такие догмы религиозные, что нужна целостность, нужна транзакция, все должно быть строгенько. Ну, если это, да, все. Да, вот без оседа никуда. И вот просто понимание, что вот просто вот можно взять, выдохнуть, знаешь, это, понюхать цветочек, и нормально все будет. Ну, немножко предосторожности и без транзакций, без эйсида, в распределенной, в полностью распределенной базе все будет хорошо. То есть, это вот прямо, знаешь, для меня вот этот блокчейн, он открыл дорогу как раз к сагам, к распределенным транзакциям. Вот. А потом я стал изучать, то есть, ну, я изучал вот исходную статью, на кому-то стал следующий, я изучал алгоритмы консенсуса. Как раз очень хорошо разобрался во всех этих нюансах, которые там, какие там вот плюсы и какие там скрытые минусы. Например, вот мне очень нравится, когда человек, который вот этот евангелист ICO блокчейна, начинает впаривать тему, что, типа, блокчейн – это будущее всего политики, экономики и прочее, потому что в блокчейне данные неизменны, их невозможно изменить. Ну, тут ответ – нет, потому что их можно, просто немножко сложно. И просто вот реально новостью, которые там просто все происходит с такой огромной скоростью, что это прям шокирует. Сейчас просто вот последняя новость, вот где-то меньше месяца назад, что так называемые лайткоины, щиткоины, ну такие блокчейны на консенсусе Proof of Work, их неожиданно дешево научились ломать атакой 51 за счет арендных мощностей. То есть просто кто-то поднимает свой блокчейн. В идеале, что он там есть такой децентрализованный, защищенный от изменений. Да. Кто-то за $500, причем это не теоретически, это реально там $500 арендует массивы этих самых хэшей, вычисляющих SHA-256 и просто вот грубой силой по консенсусу перебивает, ломает, да, просто биткоин голд, и все, и забирает все деньги, и все, вот, просто весь мир перевернулся. И поэтому есть понимание, что блокчейн классная технология, но алгоритмы консенсуса надо менять, и поэтому эфир переходит с Proof of Work на Proof of Stake, появился EOS на Proof of Stake, но при этом, конечно, областей применения, где он нормально может работать, довольно мало, потому что для денег нормально, но для всех более сложных вещей там очень дорогая получается транзакция. Mm-hmm. Вот сама одна операция, она реально там несколько сотен рублей стоит в любом случае. Вот. И в этом плане как раз техническая документация Тона, Telegram Open Network, она мне прямо, ну, взорвала мозг. Я понимаю, почему они столько денег собрали. Потому что если блокчейн-проекты обычные, они, каждый из них, он какую-то одну новую идею пытается пропушить. В Тоне их там штук 10. И они пытаются, то есть вот что пытается делать Дуров, что пытается сделать Тон. Они пытаются внутри Телеграма собрать полный аналог китайского WeChat. Ты знаешь WeChat? Да, конечно. Это чат, где китайцы делают все. Я был в Китае, меня шокировало. То есть они платят через него, они через него заказывают такси, там, они там приложения все работают. И поэтому, когда китаец, он хочет запросить кредит, он просто просит своего WeChat, дай мне денег, а там WeBank. И он прямо, зная все движения его средств, он прямо сразу предлагает, да, вижу твой
траты, вижу твое расписание, мы тебе готовы дать кредит, причем там кредит прям привязывается, что там платежи привязаны прямо к его зарплате. Вот у тебя аванс столько-то, это столько-то. Прям вот, и прямо сейчас ты говоришь, да, да, у тебя прям там деньги появляются. Угу. Вот WeChat, причем WeChat, он это позволяет делать во многом за счет интеграции с Центробанком Китая, потому что все платежи там делают за счет привязки карточки. А в Тоне Дуров хочет сделать все это самое, но без центробанков. Внутри своя валюта, свои смарт-контракты, свои, свой распределенный DNS, куча классных вещей и совершенно потрясающие идеи заложенные, которые позволят обойти ключевые ограничения блокчейнов, прежде всего связанные с масштабированностью, шардированностью. То есть там масштабироваться можно, шардироваться, там можно запускать куча разных реально приложений, которые абсолютно не будут эффектить другие. Это интересно, потому что как бы, блокчейн красиво. Же как бы, одна из ключевых проблем – это пропускная способность, да, всей сети. То есть, чем больше она, чем больше тебе транзакций, тем дольше, собственно, надо добиваться консенсуса, потому что больше узлов участвует в все это дело. И вот как бы, там все говорят для платежей, для бирж, но на самом деле вот этот вопрос-то он до сих пор, я так понимаю, еще не решен ни в одной реализации блокчейна. Там вот тонкий момент, что в биткоине, вот быстрый платеж биткоином, там же как, блок 10 минут на блок, при этом блок подтвержден только когда там сверху, ну, 3-4 кто-то считается. То есть в реальности вот ты заплатил биткоином в магазине, ну и по-честному тебе 40 минут подождать пока, потому что ну, тут реально 40 минут все проходит. Вот, это нюансы proof of work. Proof of stake, когда мы говорим про лобовой proof of stake, с, так сказать, с кольцом валидаторов, ну, так упрощенно говорю, чтобы глубоко не уходить, mm-hmm. там та же самая проблема, что там... твоя транзакция попала в блок, и по-хорошему тебе нужно дождаться, пока там несколько блоков сверху нарастет. В Тоне они анонсировали довольно красивый подход, основанный на совмещении, с одной стороны, proof of stake, то есть там не нужно, вот, там не нужно майнить, не нужно вот, греть воздух, там голосуют, условно говоря, вот, ну, валютами, ну, этими дуриками, ну, то есть эти какие-то граммами. Mm-hmm. С другой стороны, там вот ну, в предыдущих блокчейнах там консенсус получался по факту, потому что кто-то генерирует блок и, ну, честный строит блоки поверх честного. Ну, да, да, а если мошеннический, поверх него просто никто не строит. Поэтому нужно дождаться много блоков. То есть, это консенсус по факту. А у Тона там консенсус proof of stake плюс ПБФТ, практическое решение задачи византийских генералов. То есть, там в реальности у них для генерации следующего блока, там валидаторы, они вот в кольцо и консенсус добиваются. И поэтому у них, когда появляется блок, он сразу уже, он прям, то есть, он, когда он появляется, просто все уже, он завалидированный. И поэтому 5 секунд. Очень быстро и очень круто. Там, конечно, технические проблемы из этого возникают, но если они их решат, то это прям будет бомба. Слушай, а как ты, вот, знаешь, интересно, видишь ли ты какие-то интересные сферы или там способы применения вот этих подходов, каких-то блокчейн-технологий, ну и каких-то из них, да, вот в твоих там задачах хранилищ, там, не знаю, big data, вот, вот в этой сфере? В этом плане я очень жду как раз Тона, потому что это потенциально гигантский объем информации обо всем. И, ну, это big data, который можно, если туда всосаться, можно на основании этого можно построить много-много умных вещей. А когда речь идет про просто про блокчейн. Вот, например, у нас был тут красный хакатон в Авито, когда мы собирались командой, так случайно оказалось, что у меня в команде одни iOS-разработчики. И я не умею разрабатывать на iOS-приложение. А, ну, вот из команды Егора, ребята, кстати. Ага. Они хайп любят. А, вот, и мы сделали с ними честный распределенный блокчейн на айфонах, на алгоритме Proof of Stake для децентрализованного зашифрованного хранения документов. Это довольно интересная идея, то есть для траста, ну, то есть, ну, доверие, что как можно, то есть, когда у тебя вот в телефоне, у тебя все нужные документы, ты их не можешь видеть, и пока тебе человек не позволит, тебе человек присылает ключ, ты бац, и видишь его документы, видишь, что он честный.
Ну, вот, это вот сценарий мы его называли GivLot, то есть, условно говоря, защита персональных данных для большего траста. И эта идеология, развитие ее в тоне за счет того, что в обычном блокчейне тебе нужно, вот, если у тебя телефон в сети, там, так как там есть вот одна цепочка, тебе нужно хранить всю цепочку, да, чтобы нормально, конечно, с ней работать. Да. А тон, он позволяет шардировать, он позволяет на телефоне хранить только, условно говоря, базовые адреса и какую-то одну узкую цепочку. А остальные там можно вспомнить, там по... Ну, упрощенно говоря, используя ту же идеологию, что аренды, можно подтягивать соседних устройств. И там как раз реально возможны легкие решения, полнофункциональные, вот именно Telegram в мобильном телефоне, который позволяет тебе иметь зашифрованную базу обо всем мире и открывать только фрагменты, которые тебе позволили, которые тебя как-то касаются. Вот. Я считаю, что это прям такое прям прекрасное, замечательное будущее, если настанет, будет очень здорово. Очень надеюсь. Тут, наверное, знаешь, так если пофантазировать, то дальше и какой-то такой симбиоз вот всяких машин-лёрнинг алгоритмов и умных контрактов тоже как-то так напрашивается, ну, потому что таким кажется логичным вот развитием, как ты считаешь? У меня довольно скептическое отношение к умным контрактам, потому что, я преподаю, и у меня много студентов, и я студентов стараюсь использовать для того, чтобы анализировать хайповые темы. У меня была куча в этом году курсовых и дипломных работ по поводу смарт-контрактов. Причем там были реальные смарт-контракты на эфире, на EOS. Вот. И смарт-контрактов, там самая главная проблема, которая замедляет их внедрение. Мы даже, кстати, реально, у нас был прямо реестр кейсов применения смарт-контрактов в Авито. Интересно. Часть нам сразу юриста зарубили, часть, оно там под сукном. В общем, главная проблема – это проблема Оракула. То есть, что такое проблема Оракула? Смотри, смарт-контракт, он срабатывает по определенным условиям. По срабатыванию, вызову метода. Поэтому смарт-контракты, они идеальны, когда, например, смарт-контракт привязан ко времени. То есть просто у тебя часы надежные, и там проходит год, и там деньги возвращаются. Или там проходит, рассрочка какая-нибудь. Или когда у тебя смарт-контракт, краудфандинг, то есть люди скидывают деньги, и там, когда на смарт-контракте... То есть Сумма. То есть очередной человек сунул сумму, сумма превысила потолок, чпок, все разошлось. Отлично. Боль. Настоящее начинается, когда тебе нужен сигнал снаружи. То есть, когда ты пытаешься сделать смарт-контракт, например, деньги уходят, когда у тебя пришел там танкер с зерном. Или когда, вот, допустим, знаешь, когда смарт-контракты привязаны к золоту. Там вот я прям с твоим студентом рассказываю, там есть хороший реальный стартап, который они сделали, они как решили проблему Оракула. Они разработали специальные железные сейфы со спектрографом, которые в банки, в хранилищах ставят, подключают к сети, к интернету, и там вот когда туда внутрь кладут слиток золота, закрывают, он берет его, взвешивает, делает спектрографию и шлет сигнал в блокчейн. Во мне кило золота. Настоящего, вот, там 85-й пробы. Все. Вот это прямо вот оракул, надежно. А во всех остальных случаях, вот все эти смарт-контракты, они упираются в то, кто имеет право подать сигнал. Потому что там, если нету, условно говоря, вот такой реально хардкорной железной вещи, там все решается на уровне. Ты просто вот я взял, подошел, там, просто кинул события, вот танкер пришел, вот мои деньги. Докажешь, что танкера не было. О-па-па. Ну да, да, вот человеческий фактор, который там пиццу, ты пиццу платил, а кто там, знаешь, приехал, она к тебе не приехала, да, и вот все. И как бы не смарт-контракт очень, он жесткий, фиксирован, там же нет каких-то шагов. Нормальный смарт-контракт, в том-то и дело, там он должен допускать всякие нюансы со всякого такого арбитража. Ну, его написать тоже большая очень... Да, и дыр там не наделать, потому что я прямо работаю с своих некоторых студентов, я прямо смотрю, говорю, ё-моё, там даже просто даже аукцион пишет, говорит, смотри, вот у тебя вот человек победил в аукционе, он отказался платить, что у тебя произойдет? Деньги заморозить, все, до свидания. Ну, в общем, короче, очень интересная тема, но просто всем советую, кто думает про смарт-контракты. Начинайте думать с проблемы Оракула, это прям самое болезненное. Это то, что хоронит их прямо. Да, вот. Слушай, ну что, мне кажется, мы более-менее обсудили такие все темы, какие хотели. Мне кажется, получилось довольно-таки интересно. Надеюсь, нашим слушателям тоже понравится. Спасибо тебе, что уделил время.
Вот. Друзья, вам спасибо, что слушали. Пишите ваши замечания, комментарии, пожелания. Нам всем будет очень интересно получить какую-то обратную связь, услышать, что вы думаете. Вот. И все. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Всем спасибо. Обращайтесь.